Паша, может, и этот самый вариант, может, еще и Ваня Киб... Ваня Киборг? А, Шадуна, понял. Не-не, они меня Короче, еще не я понял, особо нахуй. Надо, напрягали. походу, карую обычку записывать уже на YouTube выкидывать. Тут ебать кринж, нахуй. Там Контент, пиздец, подписчиков нахуй. все. Там Не, мы подписчиков просто... тысяча будет, нахуй. На синтека, Мы нахуй. просто это, с ребятами договорились, потому что вы бичи в основном и не Я можете понял. нормально собраться, а так у нас типа есть пароли друг от друга, и в случае кого-то необходимого мы можем поменять персонажа, там, допустим, вот, блядь, 5 челов, все нахуй, зашел там на мифика, если мифика нет, либо там на мага зашел, типа, что те по двадцатке дают, что на эртру похилить можно, там, если танка нет, хо, блядь, за танка зашел, ебать, ГДК, нахуй, вот тебе. Кто-нибудь скажет мне, Вот. какой кап получается нужно от этой танку бахать? Какой кап тебе? Мастерство? Защитное мастерство, да. О, мастерство Тогда. 56, вот это хардкап, а вообще там что-то 20. Если я 40 наберу, 45 даже, мастерки нормально будет или не очень? Хуёво будет. Хуёво Хуёво. будет. То есть Хуёво 56 лучше снайп. забиваться, да? Ну да. Ну 56 это кап, типа это максимум. Блять, ну а если УТ пойти не МДшкой же, просто УТ. Все равно хуево будет. Блять, что ты... Еще раз задай вопрос, я не понял нихуя. Я пытаюсь это понять. Если делать ОТ вара танка, Не то надо какой нужен нихуя. танк? Нисколько не надо. 26. Да, вар не 26? танчит, брат. Да, вар не танчит. Ну я не собираюсь же там стоять, блять, не знаю, танчить. Это уже это... Ну и Нет, как бы все, вот собираюсь? этот танк Нет, собираюсь, заебись. ну так, знаешь, чисто Так так, зачем он как-то... тебе тогда? Мне? Ну надо, как бы, знаешь, маши вы помимо... РПКшки. Да хуй Я нет, тебе нахуй, шум, больше, я тебе сплю. больше скажу, нахуй. Там ни на УТ, ни на МТ не надо 56. Да? Потому что я full контент прошел на X2, блядь. Я собрал мастерство 56 и по итогу гонял 26, блядь, на 100 минус это. Ну просто вижу Т5 на протвара. И Там чё? сильно, там больно. Да хуйня там, Его нахуй. еще Его понерфили. переделали. Его понерфили, нахуй. Ну не скажу, вот тут как Вот было... когда его выпустили, сначала там было вообще другое, нахуй. Там вообще я Солос танчил Джайну, нахуй, и Халиона танчил во тьме. Хотя до этого Протовара блестички Ебать. убивала. А Это тебе во сне танчил, да? И у него огром... Ну там даешь ударную волну, там столько агра, нахуй, там просто, блядь. А сейчас его Вот. понерфили Опять с 200, ебать, с ебать. 300% до 100%. Короче, ну в 3 раза слабее стал по агро. Вот он. Опять танковский. Так что, блядь, эту Надо хуйню. пойти наныть. В смысле, а Ныть. удар волны у него насколько? Какой у него сейчас КД? 10 секунд будет. Или 11, что-то такое. Вот, Скажу не сокращено особо. на 11 секунд. То есть А, сколько тогда там 9. изначально? И 9 7. секунд. Вот. Нет, 9 секунд. Изначально 20, будет 9 секунд. Каждые 9 секунд это просто волна. Ага. Потом еще она вызывает ударный шок, наносящий физический урон, игнорирующий броню в размере силы атаки, показателя блока, Поспамьте там умноженный на алло, шанс блядь. блока, блядь. Два тела в Вот. гильдии. Что там суммон у нас где? А мы и так восьмером убьем, блядь. У нас тут у Ну, каждого у нас по овергил. скиллы есть? Минимум. Аля? Мэд Фокс. Все. А, Мэд Фокс Солянова, Вон чисто. Саню зовите, кэрити, ебаный. Вон, давайте поедете, я Ёбаный. устало позовем. Ёбаный. 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 Да потому что это тупо дебил, блядь. Ой. Вот. А кто потанкует? А4. А, Войд потанкуешь, да? А Да, еще блядь. там, короче, появляется способность идеальный блок. А я не знаю, Нихуя. что делать идеальный блок. Идеальный блок, Вон, идеальный блядь, блокир. 50 тысяч блокируют, нахуй, урона. Ока, 50, о! Ебать. Нормально. Это Нахуй он. сильно. Это хуйня. 50 тысяч, ебать, нормально. Это получается как два ключа. Отключить, только Это умение. получается, можно собрать Т5 и пойти в соло Только он танковать погибель. сокращение поражает на Какая 2 цели математика? больше и создает 150% больше угрозы. То есть Т5 вары Там, могут а танковать удар гром погибель. создает на 400% Там, больше там, угрозы. та-да-да-да. Мне сейчас похуй на Т5. Мне надо Т4, нахуй, Вот, на все спеки, нахуй. правильно. Там же написано, Правильно, блядь. потому что Уважаемо. там сотка, а там Так, написано так, нахуй. 400. Где Кстати, муфик? а у нас здесь есть, короче, ханты же. Кто-то у нас хант есть такой новенький, появился, видел. 260-й, что ли? Арис? Чё, блядь? Кто? Да. Андрей, а, Арис Это и этот... твинк Hope or Die. Алло. Андреальный, который. Что это за хуйня? Тоже Чё как мы, бы у блядь, него... едем нахуй? Алло, блядь, в этот... Как он У него тоже называется? 261-й. Хули вы там встали на Майдан. входе? Мне Ант. просто Вы интересно. там встали? Я вот уже на втором этаже. Поехали, Майдан ёбаный, блядь. Киборгтан.
Парень киборг. А Хант может сам себя напуливать вообще? Хант нет. Ебать, на циркуле X5 там такие ники нахуй, это пиздец, шедевры нахуй. Там пизда, блядь. Что не прочитаешь, то всю шедевр, блядь, русской литературы нахуй. Ой, ты себе убил этого? Как он называется-то? Ревностного. Нихуя. Себя выбил ревностного. А я выбил, кстати, Войт. Я бы, блядь, со второго раза на лечение упал бы, нахуй. Напало выбил ревностного. Теперь вопрос. Если у нас пойдет ЭТГ-25, и вы будете ревностным, то кому ты его спизжу? Я заберу. Я спизжу себе его. Там, знаете, сложенный поезд выпадает. Сейчас будет гайд, как пройти через стену, нахуй. Ну так ревность, давай. Не надо смотреть, во-первых, на мейн-танков, нахуй. Все остальные, блядь, вторую очередь. Мейн-танки это вот мой ДК, Вилашин и... Самые бисовые чарки, они пиздец, типа, редко падают, там на них шанс занижен. И... видел это, ревностный на пуху? И мой медведь, нахуй. Вот эту, видел чарку? Чё там, блядь? Будет шкаф чешён, нахуй. Я заебался в стену. Потерял, блядь. Алло, блядь. Я жду, когда кто-то будет за стеной. Ну а кто будет я за стеной, блядь? Я заебался в стену смотреть. Сука. Всё нахуй, ты в тюрьме, блядь. Ёбаный, блядь. Опа! Ахто, блядь. Для чего я Глору выбивал, нахуй? А нажать-то я не могу, блядь. А я не могу тоже, блядь. Сука, нет, я могу. Кстати, Вой, ты можешь сказать, там, ну какая вторая чарка танковская? Я нажал. На кого? И на паладина. Я не ебу, блядь. Ставьте ну, шкаф значит, в стену, ёбаный Стас. О, опа, ахту. Здорово, ебать. Можешь развернуться уже, стену не смотреть. А чё делать, нахуй, нихуя? Опа, смотри. Опа, это ахту. Эсмони, короче. Дай муфика сунем. А вот эта чарка, вот. Мэтт Фокс подкрался, нахуй. Что там? Блядь. Нихуя, откуда ты это берешь? Уже известно. Ваня киборг. Приток крови. Чё это, блядь? Исцеляющий вас при опасно низком здоровье. Ну, это ПВП-чарка, блядь. ПВП-чарка? Кого сумонить нахуй? Плюс чат. Кто там в стену смотрит? Я и хочу чарку, что? Кули вы стоите, блядь, сумоните. О, хоть тут сесной хочет. Я, короче, пойду пару бутеров круто. Не, он сам не хочет. Скажи, ты что, блядь, крутишь бутеры? Так, типа, ему ничего не надо. Да, ему-то ничего не надо. Мне в кару, оп, пойдешь с нами? А чё, сумонить? О, спасибо. Алло, блядь. Стой, хоть я ген закинул там. А чё у нас по хилам? Мэтт Фокс и... И Холли ДЦ. Ну, отлично, поставим на зеленый луч и будет всех абсорбить. Чё, всех сумонули? Нет. Я еще прыгаю там здесь. Еще репичип стоит. Я сумонил вроде, блядь. Я хотел чарджа. Я не то нажал. Я хотел спрыгнуть чарджа, но я уже устал ждать ее. Ну принимайте ее, блядь, бастон, блядь. Я какой сдался? Где тут? Сдался. Похуй, пошли, блядь, короче, в пизду потом. Сумоните меня обратно. Это Коли ДС здесь? Все, пиздец уже. Я уже сумонил его нахуй. Я не сумонил ты его. А, сумонил, вот. Блядь. Чё, блядь? Пассивно. Агрессивно. Пассивные, блядь. Ну да. Просто и так. Бежим нахуй. Бежим до упора. Хули вы там, блядь. 260. Как говорил Ваня, телёпаетесь нахуй. Чё ты там, Войт, говорит, телёпаешься? Я бегу нормально, говорит, ты чё там телёпаешься, блядь? Ай, бля, больно. Вкусно. Я сейчас, походу, сдохну. Так бегите, ёбаный. Так, а нечего бить, но пока их бить ведут. Надо кто бить. Крутит там, блядь, свои топоры. Я если как полигону смотри, сейчас где тут у меня. Давай, и топор, ну, блядь, где-то где-то. Заебал промах нахуй. Ух, блин. А все потому, что у тебя нету капы мастерки. Ага, блять. На 100% все есть. Просто отвечаю, блин.
Я там, блядь, пиздец, нахуй. Я там такой кап, нахуй, блядь. Там, блядь... 156, да? Пиво, блядь, даже киснет, нахуй, блядь. Ну-ка, шо сколько это? У тебя защиты сейчас на данный момент? Не подскажешь мне? 610. 610, я, да? Я, блядь, 610. Ну, хотя... Ну да, просто у тебя голова стоит, понятно. У меня голова... С мини-чарку поставить. У меня не только голова еще стоит, нахуй. Да нет, я про... Ладно. Я не про ту голову, конечно, да ладно. Пиздец, мне так стыдно. Нет, это пиво сейчас было. Ой, блин, ржавый. Ржавый, не зашел. Хули в каре тут делать, нахуй, еще, блин. Как стыдно перед Юлей, а? Кроме как пиво пить, нахуй. У меня лич вчера заебал. Не только голова. Не, ну если там все нормально, то это хорошо. Шо, говорит, у вас на Москве анекдотов нихуя нет. Кэрэти, ну шо ты, как жизнь твоя ментовская? Притягивание крови? Класс. Класс, ну да? Сифонник, нахуй. И чё, хорошее это вытягивание крови вообще? Да, нормально. Сифонник. Это ж ПВП-чарка сказали уже. То есть если повешать на блин-тролль её, то можно... Да пиздец будет, нахуй. Там можно сломать игру. Кстати, я знаю, что... Ой, с 25-ки блин-тролль выродит из обычки. Точно. А мы это блин-тролль будем продавать и волю. Ер. Почисти кэш, релогнись и засунь себе ее в жопу. Мне кажется, у нас да, есть кому волю взять. Да, способность, блять, я вам устрою. Мне кажется, конечно. Туры, сука. Тоже, да, это смотрел. Будете на дирижаблях у меня мертвыми прилетать, пидоры. Там... Что там было-то? Лужу? Он... Что-то там еще было замедлять, типа... Дыхание дракона... Дыхание дракона в душа. А, хватка. Хватка смертью дыка не работает. Почините уже, говорит. А, дай-ка запишу. Хватка... А, дыхание дракона... А, не, у меня идейка получше. Давай, лучше я вдам тебе своего дракона по самые гланды, блядь. Сука. Ну чё, нравится? Где, блядь, где-то изич, нахуй? Да-да-да. Да-да. Нравится? Нет, ну так иди пожуй говна, мазафак. Чё происходит? Да ничего, просто... Просто болт замедлять будет на 100%. Просто не, ну там забавно. У него все хорошие видосы такие, но давно уже не снимал их. Да потому что он... Потому что денег ему не платят. Потому что он... Потому что он, блядь... Как это сказать? Вейпер, нахуй. Блядь, вейпер? А что он бич, вот и всё. Не, на самом деле он хотел снимать по этой... Ловите... Опа! Пока! Бьём, нахуй! А, я понял, блядь, на мне этот моб висит. Бьём! Чё, первый день, что ли? Правильно, огонек сливаем. Блин. Давайте. Называется спонтанный прикол. Давайте спонтанный Геру погнали. Прикол. Мы вообще за Геру загосим. Так, погоди, бля, лут свиню нахуй, стопните ДПС. Ага. Ой, нахуй, Геру, пацаны. А что, пойдем на группу у тебя. Стопните, говорит. Себе пизда, нахуй. Ебанулся, что? Ебанулся. Пошел с челами позавчера в карту. В пупах про пиратов Карибского моря, там этот гипс, нахуй, где он лежит со свиньями, спит, там, нахуй, да. Воду наливают, нахуй, на голову. Ты ебанулся, говорит, блядь. Сука, кайфовый тип вообще. Барбосса. Капитан Барбосса. Вы ж привели ко мне не того шалопая. Ай. Что, блядь, пиво кончилось? Пиво это хорошо. Я смотрю, блядь, у босса мана что-то не исчезает, блядь. Блядь, как-то раз с пугами 230-ми пошли, ну как, 225-й. И пуги такие мне пишут, нахуй, ебать, говорит, ману давай, говорит, у него высасывать. Я говорю, вы что, ебанутые, нахуй, говорю, блядь, дебилы, блядь. Совсем ебанулись, блядь.
Челики говорят, блядь, говорит, ману надо высасывать. Да вы чё, ебаны? Хотели чисто маны подсосать. Но они думали, типа, меньше сфер, типа, ну, так вот 10, а так будет 8, там, или сколько там, 9, блядь. И говорю, вы пиздец. Какие нахуй сфер? Ну вот эти, которые он вызывает, он 10% маны тратит. О, блядь, наконец-то, кисти, да. Типа, типа ману пососешь, меньше сфер будет, блядь, нифиг на, нахуй, будешь дамажить нормально. Кстати, а давайте реально, в следующий раз я реально ШП спрыгну и буду сосать ману у него. Кстати, у Арана можно ману пососать, точно. Вот я и говорю, нахуй, видишь, сосуны проснулись, блядь. Вам лишь бы пососать что-нибудь, блядь. В натуре. Нормально. Он, короче, хочет. Ну, если надо. Без обязательств. Приезжай. Приезжай, уже договариваться. Нормально, что, гильдейская хуйня. Лучше свои, чем чужие. День назад вступил, блядь, свой. Вступил, да? Ну, в смысле, вступил, сглупил, да? Ну, в смысле, вступил в говно. Я понял. Не в обиду войду, блядь. Он тут гильдию там крафтил, нахуй, 7 лет. Крафтил, блядь. Дома сидел, блядь. Столик сделал. Открываешь, как там поставил. У него, короче, дома, это, блядь, доска, где он записывает всякие там идеи для гильдии, нахуй. Как тактики, блядь, объяснять. Смотри, нахуй, мобы даже, блядь, ко мне сами подходят, нахуй. Даже я, блядь, их нет. Просто, блядь. Заебись, нахуй. Пиздец, нахуй, гений мысли, блядь. Видел, даже он стоит. А чё за хуйня? Сейчас подожди, блядь. Ты заебал, куда ещё он там? А куда его заебал, блядь? Я понял, кто то развлекаться решил, блядь. Нахуй в этом сагрим? Заебись, блядь. Это чё за хуйня? Давай себе сагрим. Мэтт Фокс, блядь, Старфол можешь уже жать. Был бы я Войдом, я бы сейчас сказал, вы чё, блядь, пришли сюда трэш почистить? В натуре, блядь. А погоди. Боссы побить, блядь. Мы репу качаем. Алло, блядь. Пиздец, как еще Юля не ушла отсюда? Она, походу, отошла от компьютера, нахуй. Так Юли нету вреди. Кто там чаржится, блядь? Она в Дискорде. А-а-а. Сидит, слушает наш пиздеж просто кончен. Просто, блядь, укурки, да. Укурушные, да. Распиздов какие-то. Просто пиздец. Сука, отвечай, этот кринж я в YouTube буду выкладывать, да. Каждую короб, нахуй. Не смей, блядь. Все пизда, нахуй. Короб была прикольная. Да, сейчас. Подождите. Нет. Вчера была какая-то кара прикольная. Я подождала даже. Пошли с челиками, на шамане был. Мы 6 трайв давали на Аране, ой, на Аране, на этом, на Драконе. Потом еще бьем этого после ласта. Я подыхаю, встаю, и просто в миликов падает Голем. И чувак, ой, на танке. Ой, ты танчишь, блядь? Воет! Че, на? Ух, пиздец. А стан дайте только, плиз. Сейчас я ему это, ферану его. Грустно будет. Пизда, да. Все нормально, точнее. Бля, почти феранул. Нет, феранул его нормально. Ну и вот просто челик просто бьет босса и подводит в ранжу. А я в ранже стою, и на меня метка висит от босса. Как меня просто пол реда ебает. Ууу, бля. Ух, найс. Блять, воет, как дела, нахуй? Пиздец. Вот сюда. Да, бля, пиздец, нахуй. А чё вы, блядь, пулите все нахуй? Алло, блядь. Нет, сюда кольцо писаю, можно зарепать. Я не пулил, нахуй. Ну, кольцо так-то неплохое, да. Спора нет. Молод глубин? Чё такое? Ну, у меня второго стана нет. Я дам. Я дам. Молод глубин. А, ты... я дал стан. Нихуя! А, я понял. Я дал фир, блядь. Я его переиграл. Я понял. Нет, фир дал после моего стана уже. И переиграл. Ой, и уничтожил. Поставь группу лут, пожалуйста. Это бля, ж не ебаный в рот, да вы заебали. Поставь группу лут, блядь, тут боешка. Какая-то. Это не боешка. Боешки, блядь. Это не боешка. Боешка, ты просто не понимаешь, это боешка. Для меня это боешка, ты что? Ой, блядь. Пиздец. Для меня это боешка. На ком мы чипы взяли? Покину убивайте меня один. А, да. Ну тогда ладно. Да заебал. Давай я киборг вообще убил нахуй. Похуй. Сколько кристалл этот стоит? Сколько стоит кристалл? Сейчас скажу тебе, сколько он стоит. 29 голды. Ну и все, блядь. Какой пропасти? Да, но я тебе дам. Сейчас подаминил.
Но его просто уронили. Скоро достанет в сотку. Ну да, блядь, как всегда его роняют. Есть там постучать всякие. Головой об пол. Так он 100 стоит. Ну это вообще хорошо. Стеку плохо стало. Стек даже обрыгивается. Блять, давай это без мерзких. Я чи! Еще шлем падает, че плачу, че? Когда ты начал там хавать-то начать? Поставьте групп лут, будем это распрячем. Почему каски, блядь, носили? Да заебал, мы уже на босса подходим. Да, я тоже не вижу. Ни каски. А, кулак есть. Не знаю, два пала есть. Где каска? Как дела у вас? Ваня Киборг не алё, вагоны, ёпт. А, понятно. Сейчас я залечу подавить. Понятно, блядь. Крутим, крутим. Пул вообще похуй. Хули, а чё? Хули сиськи мять, нахуй. Ну. Натуре, ебать. Справедливо так-то. Похуй вообще, ебать. Справи, быдло. Вообще, блин. Отлично, просто. Сейчас будет весело. Что-то вообще радиатор нифига не греет дом. Ну ты переустанови его, ёба. Радиатор, да? Отлично. Так он в машине должен быть, чай, да? Ну это такой же радиатор, считай. А нахуй ты домой принес? Обогреватель, ёбаный. На обогреватель, хорошо. Почему домой? Обогреватель. Когда я скажу, сколько у меня градусов дома, ты офигеешь от жизни. Сколько, 40? 15-ка. Нихуя. А ты в чём? На улице был? Ещё минус 30. Да пиздец жёстко, на. Ну да. Не знаю, потанчи, блядь. У тебя свой дом? Нет, я живу в двушке. Ну такого там. Нихуя. А это где, в каком городе такая? Я? В Томске. В Томске? Да, заебали эти паладины. Да. Ну, там просто где, просто кое-каких районах не провели централку, и из-за этого... А можно плащик? Ах, блядь, вы заебали. Там Ваня Киборг, дайте ему плащ. Ваня Киборг, нахуй. Хули я чарчу? Да, я понял. Там Ваня Киборг, серьезно. Ваня Киборг, бля, там чивый, вообще он такой нахуй. Да пошел ты нахуй, свой ачивый. Я чарку не могу дать никому. Ладно, похуй. Кому что надо? Где? Ваня Киборг. Ваня Киборг. Ваня Киборг, там... ГЦ, нахуй. Это вы... Нифиг, ГЦ, нахуй. Дыши, брат. Ну, эти паладины. Знаете. Я не так потанчил. Жму фир. Нормально ты танчишь. Отвечаю, это нормально танчу. Да я потанчу. Я вижу, блядь. Дайте на пулу вара, отлично. Короче, если там не выпадает моя голова, нахуй. Ебать. Ага. Просто ага. Пиздец, короче, нахуй. Ну, голова на плечах должна своя быть. Она должна выпасть там сейчас, блядь, с молчезаром. Так, короче. Давайте подождем, давайте подождем. Там Ваня Киборг, Войт Фрозен. Вот. Да пофигу, сейчас летаем, пацаны, че вы это? Все, я готов. Я понял, блять. Тише, блять. Так их нет, блять, типа не вылетайте. Я и говорю. Нет, их нет, блять. А потом это. Их потом на притяжке потащат. Мы, блядь. Мы тут, нахуй, ёба. Мы тут. А я влечу. Пиздец, пиво райт. Да Кавкаре по-другому нельзя, нахуй. Пиво не выпил, не пройдешь нахуй вообще, блядь, никак. Пиво. Что с тобой, блядь? Так надо было горать, блядь. Пиздец. Вам в детстве не говорили, пиво писать будешь криво, нахуй, блядь. Ну это, кстати, вообще не ко всем относится. Ну, типа родители так говорят обычно. Типа, когда да кому мелкий, еще? Когда тебе еще не рано. Пиво. Пивасу мне не. О, не, вот сейчас не двигайтесь, нахуй. Алло, не двигай, не бегай. Не двигайтесь, блядь. Ёбаный в рот. Кто вайпанет, тот пидор. Отлично, можно уже? Нет. Я понял, блядь. Пиво ржан не детектит. Пиво разлилось, ёбан. Ёбаный! Ой, бичей не будет еще секунду. Бичей даю. Вот уже я тоже дал. Вайп покинул. Я фил дал. Всем по бичам, нахуй. Не зыбку всем дал, по бичам. Там все, да? Можно прыгать? Можно прыгивать. Можно я прыгать. Я думаю, диван дал. Ой, ну и так сейчас сделал, просто так. Ух! Прожимаю ШВ. Даже так. Ебать. Тебе это не поможет. Я их теряю, я теряю. Плюс ДПС потерял. ДПС. А кто такой ДПС? Объясните мне.
Ну да. Влад, ты нахрыпала. Ваня, киборг, твой выход, нахуй. И вход тоже. А когда ты под лучом стоишь, там... На те тапки еще нахрыпала. Там все охуенно. Поле ДЦ, короче, на зеленый. Силарун тебе регенится. Прям настолько охуенно. Мы тебя сейчас... А вот фокса поставьте на синий. Слышь. Блять, на зеленый. На Holy DC, приста ставишь на зеленый, там щитки абсорбятся, и это нормально все лишает. Я потому что я ставил шамановцы на зеленом, это полная хуйня. Я понял, что я нихуя не понял. Давай. На зеленом стоит только DC, потому что он абсорб щиты дает высокие. И ты можешь стоять в луже, ну, секунды две. Да. А зачем мне стоять? Ну, есть. Вот это нахуй. Это вообще пиздец, нахуй. Книги валяются. Хули тут бардак? Я на синий хочу. Я пока посижу на стуле, блядь. Дай себе встать на синий. Я, ну ладно. Тут лор, блядь. Синим. А ты паладин? Какие буду синим? Паладин, блядь. Пиздец, ник надо, конечно, сменить. Я такая... Да, да, блядь, тут Утлер, кто еще там кто, блядь? Тутлер, ёбан. Просто... Блядь, ебать по бичи, конечно. О, сагрили пол инста. Согласен. Ну и стойте там с ними, нах. Да, надо их там скинуть. Чилите. А как вот этот АУЕ урон сделать? АУЕ? У меня почему-то... Не, ну у меня иногда почему-то по всем это раскидывается, вот этот ожог какой-то. Ожог жопы. Жертвенный огонь, короче, он иногда почему-то раскидывается на всех, а я иногда не... Уводя, блядь, ожог жопы, когда мы на синдре нахуй лапимся. Интересно, вторая кара такая же веселая будет? Да. Там, если моя голова выпадет, то точно будет. Если нет, нахуй. Я ебал, бля, я буду сколько грустить. Сколько ты за ней ходишь? 35 не знаю, ну, уже? КД 5, наверное, 6. Сука, уже бы купил ее 100 раз за баджи. Сколько у тебя ну, баджи? Ну да, вот? Не то, что седжу. Баджей, нахуй. Я покупал что-то... Я за головой на рогу ходил. 48. Воин за пределе, 48, 16 КД. Или 17. Я что-то покупал, ну, нахуй. Плюс-минус как за даггером, короче. А покупал, если ты его сделал этот, на, ну, на страже, каждый КД, уже точно покупил. Да, давно покупил. Да в смысле? Ну типа сколько там, надо 4 инста пройти, ну не быстро они же проходят. Ты можешь еще Кару Гер типа пройти, на с Малча 30 баджей дают. Плюс еще потом пошел... с Гнева 30 баджей лутаешь. Да ну нахуй, блять. Реально что? А можно Лудеру убить еще, полутать треню. И там еще какой-то третий босс тоже за баджи вроде. Опер. Ребята, вил трэш. Когда на оперу? Какой трэш, завтра, нахуй? Давайте. Алло, блядь. 50 человек просто, блядь. Я не виноват, но сам можно старился. Там... А, каска есть. А почему трэш каска бичевская? Обновите каску, плиз. Можно каску обновить. Вот нельзя, там какая-то нахуй. Бичевская 3 минуты осталось. Вот тебе каска. Вот его этого. Видишь, каска, блядь. Хуярит. Хорошая каска. Фиал вор, блядь. Сейчас окно открою, что-то душно, блядь. Витя, вора привез. Вот тут токены воруют. Так, где не, босс, нахуй? Че, ждем, душно, да? Душно говорит. А кого ждем? Можно каску по варам нормальную, пожалуйста? Там нет нормальной. Я понял, я понял. Мы гиена забыли. Бичи, блядь. Вот, прекрасный вставай, знаешь, как выглядит? Нет, не знаю, нахуй. Мне кажется, это Лиф из гильдии. Это пиздец, а. Бомжи в рейде. Ложимся сюда. Да, чардж, бэш, покинуть тело, нахуй. Чё за хуйня, блядь? Ваня, киборг, нахуй. В лужах не стоим, гайс. Ваня, киборг, там он тит стоит. Сейчас его уведу. Бана только почти. Он стаунтил, блядь, босса. Чей это твинка вообще? Я хуй знает. Ваня, киборг. Что думаешь? Типа какого-то цепанули, блядь, в рейд. Это да не, нормально, это нормально. Это Шадунайт, нахуй, я же подписал его. Это которого я кикал, короче, нахуй, случайно, нахуй. Ну так. Там же эти бинты есть, чё ты? Ну не то, что случайно. Я, говорит, хуею, нахуй. Бежи, ёбаные глупцы, блядь. Ты чё, вар, нахуй? Алло, блядь, чё делаешь? Смотри, что умею. Ух, ебануться, нахуй. На синдре бы так. Чарджеса научился, пиздец. Да. Рассказываю анекдот твой, но на синдре в обычке я постоянно в магов чарджился. И выживал я тем понял, самым. Понял, бля. Хотя был момент один, я прыгаю в какого-то мага, кажется, в Продокса, и просто улетаю под хвост синдре. Я в ахуе тогда был, отвечаю.
блядь, просто вот так стоял. Заебали, блядь, троллировать меня, ебать. Угу. Угу. Ага. На, нахуй, нихуя лужа подвоена. Ой, тебе там удобно в лужу? Давай, похуй, в лужу постою. А, по кайфу, понял, чисто. Блядь. По кайфу ему, нахуй. Смотри, блядь. Нормально, да? Прикинь, а что, прикинь, вторая она стакается, нахуй. Не, вторая мимо, нахуй. Вон, давай, а. Ему тоже похуй. Зарался вообще. Не ДБМ. Выебаемся, вапимся. Алло, блядь. Ты что делаешь? Ваня киборг, нахуй. Когда 100 тысяч у него останется, я покажу приколюху интересную. Давай, на мужика добиваем, короче, нахуй, никуда не бежим. Похуй, на мужика, ебать, жму кнопку похуй. Громче. Я просто стою до конца, нахуй. Пусть клавиатуру ломает, нахуй. Короче. А не, ух, она бля. Металлическая, я же, блядь, это продумал. О, нахуй. Ай. Кожа, нахуй. Короче, а смотри. Киборг, это тебе на ретрика, нахуй, смотри. Вот это на ретрика, нахуй, на голова, блядь. О, а вот это левая рука, красивый, нахуй, кристалл. Это тебе нахипало, нахуй. Вместо щита, нет. Нахуй. Просто Ваню киборга одели, нахуй. Киборг, нахуй, то обвешивается. Всякой хуйней, нахуй. О, я задоджил. Блять, урон с падения. Бля. Прикинь, давай шахматы сыграем, ебан. Стой. Я сапну. Сапни что? Сапаешь? Сапай. Ух ты, сапну. Долбоёбы. Я понял, блять. Я не сапал, я не говорил чего. А, это был синтек. Нихуя, подумал, там был какой-то ебало дворфа. Там это ебало дворфа было, блять. Кто привел еще одно, кто пятый не убрал? Что за бич? Кэрэти хуесос, не обращайте внимания. Спасибо. Там было лицо дворфа, это был не я. Пчи, блять. Ладно. Потому что я был на 100 хп, все ничего не знаю. А нахуй ты встал, блядь. Еще раз такая хуйня, ты в рейд не попадешь больше. Я тебе в 25-ке точно эту хуйню сделаю. Нихуя. В 25-ке. Сильно, страшно, оптимистично. Че, в шахматы поиграем? Давай, погнали. Ты в 25-ке хоть что-то мне сделаешь, ты, блядь, не попадешь туда больше никогда. Давайте, пацаны, вот это сейчас будет реально сложный босс. Если вот тебе кикнет, обоссыт, нахуй. Накинет тебе хоть пальцы миллион меня ГП, тронет. Блядь. Войт. Пизда. Чё? Да, на заебал, нахуй, там, блядь, IQ 300 надо, ебать. Пошли дальше. Ну, я понял, блядь. Не хватает, видать, человеку не может нажать кнопку запустить. Ну, я за ладью буду играть. Какую ладью, блядь? А всё, ну, ладья, шахматы. Не хочет войт, ебать, не умеет играть. Какие, блядь, шахматы? Нормальный шахмат, дайте раз на раз, я просто вынесу в шахматах. Я понял, нахуй. Шахматисты вижу, дохуя. Да, я брал... Лакировку смотрели, все, блядь. Да. Лакировку делаем. Лакировку, блядь. Я грандмайстера вытаскивал в шахматах. Я вытаскивал чемпиона мира. Я своего грандмайстера вытащу, блядь. Я чемпиона мира вытаскивал. Хотя давай, показывай, давай, вытаскивай, посмотрим, кого гранфасит лучше. Ну, смотри, у меня на спине висит он, блядь. Чемпион мира. Блядь, я упал. О, кто упал. Хорош. Так надо. Ему кто-то упасть. Так надо было. Да просто захотел, да упал, чё. Сицилианская защита, блядь. Защита каракан. Дебют гроба, нахуй, ёбаный рот. Ой, давай не надо добить гробок. Хотя я грандмайстер с тобой выиграл, хуйня, и? Коготь бобра, нахуй. Дебют, нахуй. А чё это со стихийной инкатацией? Ты чё это слушаешь? Чего, блядь? Да, без рыбы, да, идём. Какая рыба? Понял, ты о чём? Да, вообще похуй. Нас тут пулят просто так. Вообще похуй, я понял, блядь. Да оно и видно. Нет, Войт, убирай его левее, правее, убирай его, правее его, веди. Какая разница? Ёбаный. А, у нас же ДЦ есть, точно. Всё, я привык. Вон за углом спрячешься, блядь. Испугал репичипу, нахуй. Ну, испугался, бедный. Я привык, что нет у нас постоянно этого... ДЦ. Что-то ДПС какой-то мой, блять, у Тилард Седжу передамажит, нихуя. Это ты где, блять, нашел, интересно? Ну вот, сейчас вижу. Это у тебя так себе. Там тень арана. Я не надамажу здесь. Мессажер, ну это я не обнулил просто. Ну типа, блять, видать, трэш. Тут Лара 11 тысяч, блять. Я понял, да это с трэша я говорю, блять. Кнопки жать. Ну все, нахуй, получается, попустили тебя, блядь, кинжал, нахуй, не работает, нихуя.
Кинжал не работает, говорит. Пиздец. Вот с лича мне нахуй два дашь, и тогда заработаю. Ну все ясно. Короче, два с лича дают, тридцатку даешь, да? Я понял, блядь. Ты пять. А, ну. Ну, зато с этими сдать. Т5 в одном куске, да? В одном куске. Ну, в Т5 фактически. Остальные будут. А всех остальных одеваю в Т4. Кстати, что, Т5 следующий я заберу? Да я ебу, что ли? Ну, по приору, да. Ну, все. Лицо по приору точно забирает. Если он забирает. Киборгу. Я уже, типа, вчера слышал голос топы. Киборгу Т5 надо. Там топы уже в шоке, что у него, блядь, заберут Т5. Че, киборгу шем собираем? Давайте, сначала меня соберите. Кстати, кто-то еще на кровь приоритет? А ты где есть там? Есть у него? Чё-то я репичи вообще не вижу, ты там где? Я под боссом. Забей там сейчас. Подобье босса. Я специально сказал, что меня это не уносило. Голова! Бляха, ДК. Ебать! О, анрол. Пойдем еще гемку соберем тогда и все. Смотри, Ваня, киборг, смотри. Вторую карту договаривались. Нахапал. Вторую карту. Все, пойдемте, вторую карту. Кусок шторы, Кира, отдайте мне. Ваня, киборг, работаем. Кэрэти? В смысле работаем? Так, смотри, голова, нихуя себе. ГЦ хули. Да, отлично, блин. Так, я напал, а тогда захожу. Ну теперь еще раз, какой-то день удачный сегодня, или что? Чуть не да. Дайте, а, у нас магов. Все, сейчас, короче, да туда пойдем. Туда пойдем во вторую кару. И у меня там, короче, блядь, ну мои токены чисто выпадут, нахуй, напало. СЗС, блядь.